Здравствуйте! На днях гневной тирадой в адрес действующей власти разразился сын бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, Сеид Атамбаев. Свой пост он опубликовал в социальной сети Facebook, ссылку на который я оставлю в описании под видео. Итак, сын бывшего главы государства, свойственной его отцу манере, занимается передергиванием фактов и подменой понятий. В частности, он пишет, мол, не критиковал власть и не собирался этого делать. Но при этом указывает, при Алмазбеке Атамбаеве брали кредиты и гранты. Строились тысячи километров дорог, сотни школ и детских садов. Сегодня уже полностью приостановилось строительство и выдача квартир государственным служащим. Прекратили строить начатую Атамбаевым стройку онкобольницы. И таких примеров сотни. Я бы хотел спросить у Сеида Алмазовича, где эти все детские сады, где дороги и где в конце концов онкобольница? На самом деле они не были построены, их не было и нет. Отмечу, что коррумпированность властей явление не новое. И начал ее даже не нынешний президент и даже не отец Сеида. Она была и раньше, но именно при Алмазе Атамбаеве коррупция стала государственной идеологией в Кыргызстане. Если предшественники Алмаза Атамбаева при назначении на должность хоть как-то смотрели на наличие соответствующего образования, то при Атамбаеве ставили на должность кого попало уже. Далеко ходить за примерами не надо. Спецслужбу в Кыргызстане возглавлял агроном, главой Министерства внутренних дел был физкультурник, а главой Генеральной прокуратуры была поставлена секретарша, ни дня не проработавшая в органах прокуратуры. И что это, если не коррупция? И в конце атамбаевский отпрыск пишет, мол, Алмазбек Атамбаев никогда бы не оставил свой народ наедине со страшной болезнью. Напомню, что именно Атамбаев, будучи заместителем председателя Временного правительства в 2010 году, летом, во время Ошской резни, пропал из виду. И уже будучи президентом, в феврале 2017 года Алмаз Атамбаев во время авиакатастрофы в населенном пункте Дача-Су, где погибли более 40 человек, тоже ведь пропал. Где он тогда был? Заливал свое горе? Ответов на эти вопросы до сих пор нет. И когда нам говорят, что Атамбаев в самые страшные времена был бы с народом, не верьте этому. Не был он никогда с народом. Он был сам с собой. Ну, может быть, еще с бутылкой. И еще. Я ни в коем случае не защищаю нынешнюю власть. Потому что она есть порождение того самого Алмаза Атамбаева. Он привел именно Жээнбекова в президенты. И мы имеем то, что имеем сейчас. И когда говорят, что при Алмазе Атамбаеве такого не было, я скажу, да, такого не было. Было хуже, во много раз хуже. До свидания и до встречи.